Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас вот пару слов просто про инвестиционный климат в стране. Смотрите, на прошлой неделе в Сочи состоялся форум инвестиций в Россию, как инвестировать в Россию и так далее, там все обсуждалось. Это первое событие, которое влияет на инвестиционный форум в стране. И в то же время, одновременно, когда в Сочи заседают люди, которые говорят, что, блин, ребята, Россия самая лучшая страна для инвестиций, происходит второе событие, а именно, значит, арестовывают главу крупнейшего инвестиционного форума, фонда «Беринг Восток», который инвестировал, это один из крупнейших в мире инвестиционных фондов, который специализировался именно на инвестициях в Россию. То есть второе событие вот такое. И у меня к вам вопрос. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, какое событие больше повлияет на инвестиционный климат в нашей стране? Форум в Сочи, где присутствовали всякие наши большие люди, значит, Путин, там, Медведев и так далее, в котором они рассказывали, что инвестиции в Россию – это самые-самые надежные инвестиции в мире. Либо второе событие, когда арестовывают главу крупнейшего инвестиционного фонда. У меня такое впечатление, что у нас власти, вот орел у нас двуглавый, да, и вот действительно там две головы уже, так сказать, есть одна голова Путин, который говорит, что ребята, давайте нам инвестиции, а вторая голова это уже силовики, которые, они работают независимо от Путина, они говорят, нахер нам все это надо. Мы будем разувать коммерсов, потому что они сладенькие. Буквальная фраза кого-то, кто сказал. Так вот, к вопросу об инвестиционном форуме и, наверное, к руководству, может быть, даже к президенту. Владимир Владимирович, вы вообще ведаете, что творится в стране? Вы о чем? О каких инвестициях? Кому вы рассказываете? Поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь этим видео и напишите, что вы думаете, какое событие повлияет больше на инвестиционный климат в России. До встречи, с вами был Демитков Юрий.